С вами Retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Сергей, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя выставка, что вас сюда привело и чем вы занимаетесь? Я руковожу управляющей компанией «Город Тюмень». У нас в управлении несколько объектов, торговые центры, стрит-ритейл. Мы постоянно посещаем ЭПИК, и в основном здесь встречи. В основном встречи, переговоры. Мы запустили объект 15 августа, открыли двери для посетителей. У нас осталось несколько площадок, по которым мы здесь ведем переговоры. Надеемся, мы со всеми договоримся. Спасибо большое за ваш ответ. С вами Retail.ru. Не переключайтесь, совсем скоро подключение с нашими новыми гостями.